Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вы смотрите новости Жардевского района. С вами Олег Есин. В преддверии крещения Господня священнослужители традиционно освящают водоемы, в которых после полуночи совершают омовение многие благочестивые христиане. Молебен на городском пляже города Жардевка посетила и наша съемочная группа. Купание на Руси было испокон веков. Мы с вами знаем, то, что множество источников святых есть у нас. То есть купание не только совершается, омовение именно в святой воде, не только на праздник Святого Богоявления, но и в обычные дни, летом и зимой. Но особое такое благоговение, благодатное время, как раз это крещение. Почему? Потому что мы с вами знаем, то, что по завету святаго Иоанна Златоуста, что все воды в эту дивную ночь освящаются. И, конечно же, чтобы люди получили особую Божию благодать, особое Божие благословение, они приступают вот к этому святому таинству. Именно не очищение грехов, а именно как бы поддержание своей души. Именно поддержание какого-то духовного своего настроения. Я повторюсь, что это не прощение грехов, никаких не очищений, а именно вот получение особой Божьей благодати. Вот. Русская Православная Церковь празднует Крещение Господне 19 января. Смысл этого праздника прозрачен для каждого верующего. Он представляет собой воспоминание о том, как Иисус Христос явился на берег Палестинской реки и попросил о крещении у пророка Иоанна Предтечи, и затем осветил своим пречистым телом воды Иордана. Во время этого события людям явилась Святая Троица, и было засвидетельствовано, что Иисус – это Мессия. Именно поэтому праздник называют еще и Богоявлением, которое относится к двунадесятым, то есть к праздникам доктрины Церкви, обозначенным как событие, связанным с жизнью Иисуса Христа. Этот день не просто несет для нас радость, но и напоминает о покаянии, изменении поведения и образа мыслей, к которому призван каждый христианин. Я хотел бы пожелать православным христианам Жердевского района, в первую очередь, и в любой день это желаю, конечно же, стараться быть с Богом, стараться хранить две простые заповеди Божии. Первую заповедь – это «люби к Богу», вторую заповедь – о «люби ближнему». Если мы эти две заповеди будем исполнять, то мы действительно будем по-настоящему христиане, православные, с большой буквы. А если же мы стараемся все соблюдать поверхностно, то же самое купание, но мира не будем хранить друг с другом, конечно, все это тщетно, и никакой пользы от этого просто-напросто нет. Вот самое главное, это, конечно же, чтобы в наших семьях, в нашем народе была настоящая любовь. И тогда действительно это и есть настоящее христианство. Вот поэтому я желаю нашим землякам, нашим жердевцам быть по-настоящему христианами, то есть любить друг друга. На этом я благодарю вас за внимание. Успехов вам и благополучия. До новых встреч!